МЧС России собирает сибиряков на молебен о дожде. Томские спасатели и духовники решили объединить усилия в борьбе с аномальной жарой и лесными пожарами. Для этого было решено призвать на помощь Всевышнего. В храмах проходят коллективные молебны во время бездожия. Большинство населения у нас на территории России и в Красноярском крае православное. Конечно же, нельзя отрицать, значит, помощь небесных сил. Сибиряки уже просили Господа уберечь их от огненной стихии, и в прошлом году их молитвы были услышаны. Священники и МЧС уверены, молебен – это верный и действенный способ повлиять на ситуацию.